Валерій, дуже дякую вам за концерт, за прекрасне служіння, за гарні Будь ласка. слова. Велике прохання, що би ви хотіли сказати тим людям, тим українцям, які живуть зараз в Стокгольмі? От ваше слово до них. Вони знаходяться в непростих ситуаціях, всі в них в складнощах, практично у всіх. І от просто ви приїхали з України, побували тут 2 дні. Ваші враження про Стокгольм. І що би ви хотіли їм тим сказати людям, які тут знаходяться з України? Я буду говорити на русскому, тому що я нема питань з Запоріжжя. Будь ласка. Поэтому я такой по рождению как бы русскоязычный. Хотя розумію, чудово розумію українську мову, но будет как бы, наверное, я глубже смогу ответить, потому что русским языком я пользуюсь дольше, поэтому мне будет легче отвечать на русском. Отвечайте на том, на котором да. чувствуете, опять обязательно. Же, я думаю, пусть мой ответ коснется не только украинцев, которые приехали из Украины, а которые, может быть, приехали из других точек бывшей Советской империи. Это будет очень верно, да. Да, поэтому я знаю, что есть такая пословица, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Это было всегда, и это будет всегда. Конечно, люди ищут свое место под солнцем, ищут счастье, ищут... В принципе, мы все ищем какого-то добра, какого-то позитива, да? Это нормально. То есть в этом нет греха. Но другое дело, что когда нам за это дело приходится продавать чуть ли не душу, вот это уже опасно. И уже... Сейчас ну, вырежете там паузу. Вот. Я имею в виду, что со своих уже, с высоты своих 58, я могу сказать, что кое-что я в этой жизни понял. Причем все это, то, что я понял с Божьей помощью. То есть искать в жизни счастье и не искать. В принципе, я думаю, мы подсознательно ищем того, кто его дает. То есть мы ищем счастье, но счастье само по себе не приходит. Если ты думаешь, что счастье – это деньги, это заблуждение. Если ты думаешь, что счастье – это здоровье, или счастье – это какая-то страна, которая вот ты приехал, и она сделает счастливым, ты уже понимаешь, что на самом деле не все так просто. И тут может быть масса вариантов, когда ты очень долго не будешь счастливым, потому что тебе надо будет преодолевать все трудности всякие и так далее. Но у меня есть один совет, практический. Ты можешь его принять, а можешь не принять. Но я свое счастье нашел еще на войне. И теперь поэтому я с этим езжу, и я этим делюсь. Как сказала одна бабушка, говорит, дочка, она увидела плачущую женщину, плачущую в церкви. И она подошла, говорит, что, дочка, тяжело? Та говорит, да, бабушка, тяжко мне. Она говорит, запомни, дочка, без Бога счастья нет. И то же самое я могу сказать. А как это Бога найти? Это что, это перекреститься? Это надо на какой-то купол? Или надо какой-то обряд совершить? Надо просто то, что в Афгане у меня было. Я просто сказал, Бог, если ты есть, то сделай что-нибудь в моей жизни. И все. Ты имеешь полное право обратиться к Богу и попросить помощи. И даже в этом ты можешь его испытать, сказать, Бог, если ты есть, сделай вот это. Допустим, у тебя сейчас какая-то проблема, какая-то конкретная проблема. Ты называешь эту конкретную проблему и говоришь, Господь, если ты есть, то пусть эта проблема решится. Ты даже можешь попросить в течение какого времени. И потом будешь ждать. И я на 100% даю тебе гарантию, что эта проблема решится. Но многие люди говорят, Господи, если ты сделаешь то-то или то-то, то я после этого буду то-то, то-то. Я буду такой-то. И когда проблема решается, а проблема обязательно решается,
Люди обычно забывают это и начинают опять жить, как жили. И проблемы некоторые возвращаются. Поэтому не будь как тот забывчивый там Фома или Ерема, не знаю. В общем, будь человеком, который, если ты уже Богу что-то пообещал, то постарайся это сделать. И Он даст тебе после этого еще больше. И даже больше того, что ты просил. Вот и все. Вот это я советую всем. И, конечно же, надо искать Бога. Вот сегодня я вот говорил про инструкцию жизни. Есть одна инструкция. Почему-то мы холодильник покупаем, читаем инструкцию, как его не спалить. Мы покупаем машину, мы читаем инструкцию, какое масло туда заливать и когда. Но мы живем в этой жизни, и инструкцию жизни мы не читаем. А там все написано. Там написано, что надо делать для того, чтобы у тебя было все хорошо. Хочешь, чтобы у тебя было добро? Делай добро. Хочешь, чтобы у тебя не было зла? Не делай зла. Не делай зла. И все. Ну и, конечно, всю жизнь, всю Библию можно уместить в одно маленькое короткое слово. Любовь. Любовь. Бог есть любовь. Для многих любовь, вот люди когда думают о любви, они многие знают только ту любовь, которую они испытывают к какому-то человеку. Имеется в виду, вот как, ну... Хорошо, даже к человеку. Я не знаю. Есть три уровня, допустим, основных уровня любви. Есть что любовь. Вы взрослому человеку можете сказать о любви? Взрослому. Я посоветую людям не путать страсть и любовь. Страсть, она говорит, мне мое хочу. Что скажет любовь? А любовь говорит, возьми. Отлично. Возьми. Меня, возьми мою жизнь, возьми мою. Ну так, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. То есть, любовь отдает, а страсть всегда берет. А люди путают эти два понятия. Они очень похожи. Тем более, что сейчас слово «любовь» вообще-то постоянно ассоциируется с какими-то сексуальными отношениями. Но это всего лишь одна из частичек любви, данная Богом людям, чтобы они имели продолжение рода, чтобы они, влюбляясь друг в друга, они как бы приносили плод и не только духовный, но и физический. Когда они соединяются вместе и потом растят детей, а тут уже другая любовь приходит. Это любовь родителей к детям своим. Вот. Это именно та бескорыстная форма любви. То есть родители не любят детей, потому что думают, вот я сейчас его люблю, чтобы он мне там в детстве, когда вырастет, он мне стакан воды подал, когда я буду уже старым и никому не нужен. Ну, может быть, у кого-то есть такие мысли, но я все-таки знаю, что я сам родитель, у меня уже есть дети и внуки. Так вот, я знаю, что детям ничего не надо делать для того, чтобы я их любил, потому что я их люблю только потому, что они есть. Очень часто мы, люди, которые администрируем эту группу, где я собираюсь... предложить посмотреть наше интервью с вами. Очень часто мы видим, мы встречаем это довольно часто, я бы сказала, людей, которые на грани отчаяния. Вот они приехали сюда, у них не получается ничего. Они их бросили, их кинули на деньги, им негде жить. Они мыкаются, они не знают, у них есть деньги на сегодня, на завтра у них их нет. Дома ситуация в Украине еще хуже, возвращаться некуда. И люди практически на грани нервных срывов, я бы сказала, вообще полного отчаяния. Что бы вы сказали таким людям? Потому что я еще хочу задать вам вопрос еще о другой категории людей, которых тоже мы встречаем. Вот что вы хотите, что бы вы сказали вот сейчас? Вот вы сегодня находитесь в Стокгольме, третий день всего лишь, да? Что бы вы хотели сказать вашим соотечественникам, которые попадают в такую ситуацию? Я ничего не могу нового сказать. Я хочу вам сказать, что я вам не нужен. Вам нужен Бог. Бог, который вездесущий, Он везде находится, Он везде тебя слышит для того, чтобы... пообщаться с Богом, не надо идти в какой-то храм,
для того, чтобы пообщаться. Я начал общаться с Богом на горе. Под горой стоял человек, который хотел меня убить. Это было в Афгане, да? Да, это было в Афгане. Мы подрались с командиром, и он заставил меня бегать под пистолетом. Забрали у меня автомат, и все. Так вот, куда круче уже, да, ситуация. И я там впервые, будучи атеистом, я там перестал быть атеистом, потому что я помолился. Впервые сказал: Бог, если ты есть, то сделай что-нибудь. И вот он реально, как он повлиял на эту ситуацию? Он взял и коснулся этого человека. И этот человек после этого, он начал со мной дружбу искать. Я не знаю, что ему Бог сказал и как. Вот. И также знаю, что и твоя ситуация изменится. Что бы у тебя там ни происходило, как бы тебя ни кинули. Но есть тот, кто сотворил небо и землю. Тот, кто сотворил тебя и меня. Тот, кто в конце концов умер на кресте, а потом воскрес. Поэтому в любой ситуации он может войти в твою ситуацию и помочь тебе выйти из нее. Но потом он будет ждать твоей реакции. Будет ли это благодарность, когда ты начнешь все-таки читать его слово, общаться с верующими людьми, или ты опять попадешь, потечешь и будешь опять искать своего, и опять разобьешься, в конце концов, опять какой-то подводный риф, или позволишь еще следующему аферисту опять обмануть тебя. Понимаешь, это уже твое будет дело. Ну, решать тебе. Мы часто видим, просто наблюдаем таких людей, которые они попали здесь сюда, в такие ситуации, они выгребла их жизнь на берег. После этого они хотят ничего не иметь общего с теми, кто в беде. Мало того, уже у них есть виллы, уже у них есть деньги, уже у них есть все. Что можно... А я им ничего даже сказать не могу, потому что, во-первых, они слушать вас не будут. Вас будут слушать только те люди, которые находятся сейчас в проблеме и которые ищут выход из проблемы. А человек, который сейчас, допустим, находится в богатстве, в роскоши или хотя бы даже просто в достатке, зачем ему эти все разговоры? Как история показывает, все-таки як тревога, так до Бога. У нас так обычно. Да? А когда все хорошо... А то... по тревозе, то не треба Бози. Да, так, ну какой там Бог? Я ж сам всего добился, я сам всего достиг. И все, вот пока оно не рухнет, пока он сам не увидит своими глазами, как все, на что он рассчитывал, все вдруг рухнуло, те, на кого он рассчитывал, кинули его, вот тогда мы опять до Бога. Опять тревога. Поэтому, ну, история человечества у нас все время повторяется. Если даже история Израиля, да? Израиль, Божий народ, который создал Бог. И вот, только Бог, вот плохо все, враги обступили, все, нас уничтожают, нас убивают. Мы молимся, постимся, все, Бог вступается, Израиль процветает. Начинает процветать, все, враги уходят и опять начинает кадить чужим богам. Как написано, утучнел Израиль. Это происходит с каждым человеком. Вопрос. У вас есть друзья, настоящие друзья, но они не верят в Бога? Нет, таких, чтобы не верил в Бога, я не знаю. Ну, это, мне кажется, какие-то вымирающий вид. Потому что, если раньше атеизмом мы чуть ли не гордились, то сейчас, может, и есть атеисты, но я их... что-то не встречал. И просто другое дело, что есть люди, которые говорят: знаешь, у меня свой Бог, вот у меня Бог в душе, там, я эту тему не хочу касаться, я не хочу об этом разговаривать, это все должно быть в тайне. А то что есть... вы говорите таким, ну, такие ответы, ваша реакция? Нет, я просто с такими людьми, во-первых, я не собираюсь к нему вламываться в его сознание, и я понимаю, что он, пока он не увидит тщетность, допустим, своего упования, потому что, может, он действительно имеет отношения с Богом, тайные какие-то, личные, я же не знаю. Вот. Но если их нет, то он рано или поздно столкнется с проблемой.
из которой без Божьей помощи он не сможет выбраться. Вот тогда уже поговорим, тогда он уже сам придет или задаст вопрос. Как-то так. Спасибо большое. Ваши пожелания нашей аудитории? Ну, однозначно, тем, кто верит в Бога, я... Мама, может, так мне? Ваше пожелание аудитории нашей? Я желаю. Вот знаете, в зоне есть такой закон: не верь, не бойся, не проси. Но это относится к людям. А вот в Бога надо верить, бояться и просить. Бояться, я имею в виду, что страх Божий – это начало мудрости. Так в Библии написано. Тот, кто боится Бога, тот уже не безнадежный. Потому что сказал безумец в сердце своем: Бога нет. То есть Библия называет безумцем того, кто не верит в Бога. Вот. Значит, все-таки страх Божий должен быть. Потом верь, обязательно верь, потому что Бог любит тебя. И проси, просите, и дано будет вам. Вот поэтому я вам желаю верить, любить Бога и просить то, что, в чем вы нуждаетесь. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы к нам приехали. И пусть Бог вас еще благословит. Спасибо. Такими потрясающими песнями, какие у вас есть уже. Спасибо. И вам того же. Да. Все.